Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. Продолжаем играть в игру «Звездные истории. Сквозь горизонт». Так, что это у нас тут такое? Интересно мне знать. Цепная ива, странное дерево, поразительно устойчиво к огню. Из такого и костра не сделаешь. Зато у него есть и другие более полезные свойства. Цепная ива. Ух ты, ресурс. Отлично, а здесь что? Кровавый телекинетик. Отлично проводит ток. Из-за него одна примитивная инопланетная раса смогла открыть электричество еще в каменном веке. Давайте заберем. Медь. Бритва глаз. Самые смелые могут использовать как замену железа. Получил свое название после ряда несчастных случаев во время колонизации планеты Джин. Бритва глаз. Ресурс железа почему-то. Ну что ж, продолжаем путешествие. Это был не самый страшный исход. Ну и почти все выжили. Ты встретил странную конструкцию. Похоже, что оно было сделано из стекла. И казалось, что у него есть дверь. Командир, похоже, это одна из виртуальных будок Брутальность ТВ, которая была очень популярна в 215 веке. Они вели очень крутое шоу на создаваемом пользователями контенте. Вердана рассказывала немного истории. Так, попробовать взломать ее извне. Я думаю, что это нам подойдет в самую пору. Ага, мы с вами получаем чертеж. Бита, зубная фея. Одноразовый. Оружие, биту получаем. И сырая нефть. Ну что же, я доволен, в принципе. Поехали далее. Квадрат, пирамидальные синусоиды. Ох ты, там наговорил. Песок под ногами был раскален до предела. До предела того, сколько вмещали твои ботинки. Ну что ж, давайте, наверное, найдем камень и присядем. Наконец-то ты избавился от песка в твоих ботинках. Ты поднял голову и увидел знакомую фигуру вдали. Она была похожа на тот неизведанный артефакт с покинутого корабля. Командир, я тоже это вижу. Это не мираж. Надо как можно быстрее следовать за ним. Быть может, мы выясним, что это за планета. Вердана была взбудоражена. Артефакт постепенно плыл в сторону долины и почти скрылся из виду. Отлично. Ты спустился вниз в долину. Было довольно тихо. Артефакт все еще медленно плыл вперед. Ты мог разглядеть его. Ой, куда это я попал, ребятушки? Песок был покрыт разбитым оружием и использованными патронами. Похоже на поле битвы. Ну что же, осмотримся давайте для начала уж. Где-то в конце долины виднелось темное пятно. Было сложно разобрать, дом это или какие-то странные развалины. Это засада! Что? Еще одна креветка. Правда, она выглядела иначе. Ее чешуя отдавала зеленоватым оттенкам. Да мне-то все равно, сейчас мы ее быренько с вами накумарим. Коррозийная граната, нет, не то, не прокатит. Шашка, даже не знаю, вот. Давайте-ка вот эту гранатку. Опа, все, готово. Креветка сдохла. И победа за нами. Так, мы что-то тут с вами видим. Вердана самоактивировалась. Я принимаю сигнал от небольшой временной аномалии прямо по курсу. Ты мог разглядеть разрушенный корабль в конце долины. Давайте, наверное, осмотримся осторожно и двинемся в сторону корабля. Честно говоря, я не знаю, дурацкая эта идея, конечно, была. Артефакт пропал из виду. Может, он был внутри корабля? Песок зашевелился под ногами. Поднимем камень и кивнем в направлении. Тест ДНК необходим для проведения идентификации, проскрипел старый бот. Если вы не пройдете, вас аннигилируют. Если вы откажетесь, вас аннигилируют. Бот устремился к тебе, щелкая своими щипцами. Так, а ну прочь! Ты ударил бота по тому месту, которое можно было назвать головой, хотя он успел царапнуть тебя своими манипулятором. ДНК проверка в процессе, оставайтесь на месте, иначе вас аннигилируют. Бот пропищал слегка приглушенно. Вас идентифицировали, добро пожаловать домой, федеральный герой. Бот издал скрипучий звук и закопался под землю. Похоже на то, что бот принял тебя за своего владельца. Федеральный герой? О чем он вообще? Что тут у нас?
Действительно. Опачки, загрузочка, ребята. Мы заходим на корабль, я так понимаю, да? Добыто в путешествии. Выгрузить. Смотрите-ка, чего мы тут с вами понадобывали. Ну, давайте выгрузим. Раз так нельзя. Ух ты. Опачки, мы врубили с вами музло. Инвентарь. Технологии. Нет выбранных предметов. Ага, вот у нас ресурсы. Отлично. Технологии. Создание предметов. За верстаком вы можете создавать новые предметы из ресурсов, собранных в путешествии или переработанных на базе. Новые типы вооружения и защиты откроются через технологии. Некоторые предметы требуют чертежи, которые предварительно нужно отыскать в мире горизонта. Добыча, углерод для переработки, да? И тут тоже металлическая структура. Так, а это у нас что такое? Для развития устройств поддержки, для развития военного дела, вооружения и устройств. Ну-ка. Военное дело. Так, параметры максимально 1 здоровье. Позволяет создавать ручной испепелитель и суперпрыжковые ботинки. Ну, давайте сделаем. Военное дело первого уровня. Улучшенный малый бластер. Игнитационная граната. Но почему-то недоступно у нас пока это все. Добыча углерод. Ага, мы лом можем в ресурсы. Требуется 5 лома. Ну-ка. Ух ты, отлично. Добыча медь. Так, а здесь у нас что? Металлическая структура. В рабочих дроидов. Мы ресурсы можем в дроидов переделать. Ну вы посмотрите, сколько здесь нужно ресурсов. Целую кучу. Технология поддержка. Универсальный переводчик. Нанобинт. А здесь у нас ключевая технология устройства. Дымовая шашка. Энергетическая дубинка и отмычка. Можно создать, кстати. Первого уровня, да? Точно так оно и есть. Новых типов устройств. Персональный модуль щита МК-1, хак-вирус. Слушайте, довольно неплохо. А что еще тут можно сделать, а? Так, капсулы. Создание. Исследование технологий. Технологии позволяют открывать новые возможности для создания оружия, гранат, защиты и устройств в зависимости от характеристик вашего персонажа. Также существует ряд экономических исследований, которые откроет доступ к созданию и переработке ресурсов, необходимые мне материалы. Так, оружие. Энергетическая дубинка. Ручной испепелитель. Хм, простое мобильное устройство. Гранаты. Дымовая шашка. Суперпрыжковые ботинки. И отмычки. Позволяет взламывать механические замки. Ага, все для этого нужны ресурсы. А вот это мы можем, кстати, сделать. Есть контакт. А здесь не хватает чертежа, к сожалению. Так, а здесь тоже не хватает каких-то определенных у нас минералов. Переработка. Добыча, углерод. Требуется 5 лома. А у нас 105 лома. Ух ты. Слушайте, от 7 до 10 я получаю за 5 лома. Довольно неплохо, я вам скажу. Так, а что такое инвентарь? Ну, понятно, это все, что у нас есть. Так, зубная фея. Как мне, интересно, можно вот это сделать? Ага, вот дубинку, которую я создал. Так, ну что тут еще-то у нас есть? Капсулы. Открытие капсул. Время от времени в путешествии вы будете сталкиваться с закрытыми капсулами, которые вы сходу не сможете открыть. Для открытия капсул вам нужно воспользоваться этим устройством. Капсулы могут содержать разные ресурсы, которые выпадут вам случайно. Вот оно даже как. Это хорошо. Это теперь типа будет моя база путешествия. Это значит выходить отсюда надо. А могу я еще что-нибудь изучить, а? Так, здесь не хватает
Как-то печалька. Ага, ну здесь у нас все это было. Вот, можно создать медь. Добыча железа. Как-то странно, было написано медь, но я почему-то железо. Когда вы готовы продолжить путешествие по миру Горизонта, вам нужно собрать свой походный рюкзак. Переложите необходимые предметы из вашего инвентаря базы верхняя панель в ваш инвентарь нижняя панель. Ага, вот так вот мы все это забираем. Ну что же, я думаю, что довольно неплохо у нас. А вот это что, режим зарядки. А что он тут заряжает? Не знаю я пока. Ну, в дальнейшем, конечно же, мы разберемся. Ну что, друзья мои, будем продолжать путешествие. Поехали. Любовь, мир и доброта, но порой приходится... Чего? Не успел я прочитать. Песок под ногами был раскален до предела того, сколько вмещали твои ботинки. Правда? Опять? Ты подумал. Ну, давайте опять камень. Ты очистил свои ботинки от песка и был готов двигаться дальше. Ничего особенного не произошло вообще. Смотрите, впереди ворота. Ух ты, что там на обочине? Так, а что это у нас такое? В песке в некоторых метрах от вас лежит достаточно большой сундук. Но как только вы подошли, неизвестно откуда появилась креветка. Может, она стерегла это сокровище? Давайте, наверное, мы с вами будем дружить с ней. Попробуем. Неа, я не дружу с двухлапами. Грозно произнесла креветка и бросилась в атаку. Сейчас я твои жвала скручу в узелок. Да-да-да, так оно и будет, поверь мне. Черт, а что, у меня гранат нету, что ли? Давайте попробуем дубинку вот эту вот. Так. А ей по барабану, вы видели? Ну что же, давайте, наверное, коррозийный фазер. Более утоляющий, но это я пополняю здоровье себе. Так вот, попробуем. Готово, креветочка. Довольно вялая ты была. Так что... Ну а мы продолжаем путешествие и зарабатываем с вами ресурсы. Враг побежден, а громкие аплодисменты и восторженные крики были вам наградой. Но ведь есть еще сундук. Одним мощным рывком вы вытаскиваете сундук из песка. Это несколько странно, сундук прямо на обочине, как будто для меня оставлен. А еще из креветки какие-то золотые монеты выпали. Прочь сомнения, моя прелесть ждет меня. Вы открываете сундук, громкий хлопок. А, черт, да что это такое, что за боль? Вам оторвало руку, правую, кровь хлещет фонтаном на песок, но боль постепенно утихает. Сундук, он целый. Внутри вы видите шкатулку. Ну, давайте, наверное, надеюсь, оно будет того стоить. Вы открываете шкатулку, громкий хлопок. Нет, какая адская боль. На этот раз пострадала левая рука. Снова фонтан крови, но боль также постепенно утихает. Что внутри шкатулки? Там маленькая коробочка. Ребят, да это жесть просто какая-то тут творится. У меня нет выбора, я должен как-то компенсировать ущерб. Неудобно ртом открывать коробку, но если долго мучиться, она открывается и тишина. Никакого взрыва, а внутри лежит камень. Уголь. Вы берете камень в рот и слышите громкие слова из коробки. 3, 2, 1, 4. Снова взрыв. Уи, полетаем. Вы взлетаете метров на 300. Видно холмы и пустыню, и даже поселение недалеко. Красота. Кроме того, вы были уверены, что слышали, как кто-то прошептал вам на ухо. Здесь лутать все подряд не лучший вариант. Не, ну а чё, сундук ведь... С этой мыслью вы просыпаетесь. Все в порядке, все конечности целы. Точно, ну ничего себе, отдохнул, приснится же такое. Командир, вы живы? Вердана, видимо, как раз вышла из перезагрузки. И куда на сей раз вас занесло? О, ты ребутнулась, рад тебя видеть. Ядрёна вожь, а это был сон, ребят. Я уж думал, ничего себе. Вертекс Тюбик, типичный обитатель зон пораженных радиацией в прошлом. В листьях содержится промышленный аналог углерода. Забираем. Так, давайте двигаться с вами тогда дальше. А какой отличный денек. Вход поприветствовал тебя прохладным ветерком. Это было довольно приятное ощущение после раскаляющей жары пустыни. Пора двигаться вперед, спуститься в проход.
Ты спустился в холодный коридор, его конец терялся из виду в тумане. Сигнал СОС был где-то впереди и двигался в противоположную от тебя сторону. Вернада, дорогая, ты еще там? Вернада молчала. Перезаряжалась ли что-то в этом роде? Кто их знает, эти искусственные интеллекты? Вы проходили мимо какой-то странной статуи, державшей в руках факел и какое-то подобие книги. Перед статуей валяются всякие безделушки, среди них есть бинты. Поживиться не трогать. Давайте, наверное, не будем мы трогать. Пройдем мимо. Коридор расходится на два пути. Давайте, наверное, вот сюда вот. В левый проход выглядит подозрительно. Вы уже собрались идти дальше по коридору, как увидели каменную дощечку с загадочными иероглифами. А прямо под ней три выступа, на которые можно было нажать. Хорошо, что у меня есть универсальный переводчик. Листья на деревьях опадают быстро. Это значит, что душа скоро проснется и ветер подует южный. Это загадка или намек? Что с этим делать? Что за дичь? Хотя, постойте, размышляли вы вслух. Вы заметили, что над камнями тоже были какие-то рисунки. Квадрат, круг, треугольник. В раздражении ударить ногой по загадочной доске. Ух, я даже не знаю. Давайте, наверное, выберем с вами круг. Тишина. Вы в ужасе осознали, что даже не подумали о том, есть ли наказание за неправильный ответ. Теперь вам предоставился выбор, сохранить культовое достояние или попытаться силой сломать доску. Сохраним. Больше ничего интересного поблизости не было. В коридоре повисла полная тишина. Ну что же, хотя бы получили какие-то ресурсы. Серу и нефть. Так, продолжаем. Я всех так обожаю, ура! Вы видите толпу мелких аборигенов. Судя по всему, они имеют отношение к статуе, мимо которой вы недавно проходили. Хорошо, что вы ничего не взяли, а то могли бы быть неприятности. А может, я хочу не... Нет, давайте помахаем рукой и пойдем дальше с вами. Аборигены провожают вас напряженным взглядом, будто подозревают в каких-то смертельных грехах. Вы еще не раз благодарите свое благоразумие за то, что вы не взяли ничего с алтаря статуи. Идти дальше. Вот оно как, ребята. Прям как квест какой-то натуральный мы проходим. Вердана выключалась и включалась время от времени. Ты решил по-быстрому залатать ее системы. Что вдохновило тебя? А что меня вдохновило? Я почувствовал себя одиноким и захотел изменить это как можно скорее. Давайте вот это выберем. Как только ты добрался до конца коридора, то почувствовал сильное желание поговорить со своим другом. Тотчас идея пришла тебе в голову. Да, точно, нужно перенаправить зета-поток на... Привет, Вердана, я скучал. Пока что ты услышал в ответ только шум и треск статического электричества, но был уверен, что твоя идея была абсолютно гениальна. Вердан не хочет со мной разговаривать почему-то. Подставляет меня, видимо. Так, что у нас тут? Ты шел сквозь огромную пещеру. Древние монолиты и конструкции смотрели на тебя со всех сторон. Исследовать... Нет, загрузить. Давайте, наверное, загрузим воспоминания о прошедшем дне в память ИИ, искусственного интеллекта. Вердана смогла бы проанализировать их и посоветовать более выгодный маршрут. Или она просто посмеется над тобой. Впереди стоял старый экскаватор. На секунду тебе показалось, что внутри кабины что-то промелькнуло. Эй, кто там? Пещера простиралась дальше. Ты не видел ее границ, но зато отчетливо видел координаты на своей карте. Сигнал СОС исходил откуда-то отсюда. Так, давайте не будем мы торопиться. Безопасность прежде всего. Опа-на, что тут такое? В боковом отсеке этой машины хранилось твердое топливо. Его можно было извлечь, обойдя электронный замок. Ай-яй-яй-яй-яй, ребята, у нас нету хак-вируса, к сожалению. Блин, зараза, что же делать? Вот незадача. Быть или не быть, вот в чем. Ой, вы еще тут. Ты приближался к источнику сигнала, как вдруг услышал чей-то гомон. Кто-то скрывался за камнями впереди. Так, осторожно выглядим. Это была группа пигмеев, которые жаждали с кем-нибудь подраться. Хорошо, что ты решил спрятаться. Как только они уползли дальше, ты продолжил свой путь. Это подраться не хотели, а пигмеи.
Ты услышал чей-то раскатистый голос. Запихнуть эту мразь в кабину, парни. Быстро, быстро, шевелись. Бандиты затолкали незнакомого человека в грузовик на магнитной подушке. Не похоже, что незнакомец был согласен. Пока он сопротивлялся, что-то выпало из его сумки. Вскоре им удалось запихнуть незнакомца в грузовик. Спустя некоторое время они ушли. Подобрать персональный компьютер Сида. Если найдете, верните Сиду. Было нацарапано сбоку. Похоже, что владелец очень хотел ее вернуть себе. Это было довольно старое устройство с непонятным интерфейсом, и там была карта с подробным описанием географии горизонта. Ты услышал подозрительный вой вдали, огромная орда пигмеев надвигалась на тебя. Нужно было выбираться отсюда. Ух, давайте продолжим путешествие наше, пока пигмеи нас не запинали. Ты едва выбрался живым, пигмеи были со всех сторон, некоторые бежали за тобой по пятам. Так, давайте вот так оббежим. Тебе удалось измотать их и спрятаться за дюной. Внезапно взрыв потряс землю, и ты увидел, как вход в пещеру завалило камнями. Тихонько ускользнем из этого места. Бз-бз-бз. Ты услышал неподалеку. Ты заметил торгового бота в песке неподалеку. Помочь ему выбраться? Бот поморгал глазами и сказал: «Добро пожаловать, Космомаг. Ваш дневной бонус». А, вот что. Я могу взять серу, нефть и модуль брони. Пригодится в бою. Но я думаю, что мне взять серу для взрывчатки. Потому что мы будем с вами всех взрывать. Так, и мы можем здесь еще кое-что посмотреть. Так, тюбикс, ну мы это читали. Так, углерод, который... Так, замечательно, здесь у нас что? Внутри полена оказались какие-то предметы. Хак-вирус, блин, ну ё-моё, ну... Почему именно сейчас, а не раньше? Буктус, крайне агрессивная форма кактуса, которая корнями уходит на многие тысячи миль вниз под землю. И это приводит к тому, что в их иглах порой можно найти совсем уж неожиданные вещи. Сырая нефть, например. Продолжаем с вами путешествие. Идем. Ёлки-палки, что за планета? Ты увидел грязный контейнер, который постепенно утопал в песках. Эта зона была опасна. Давайте попробуем взломать как можно быстрее. Тебя почти затянуло в сыпучие пески, но тебе удалось достать некоторые ресурсы. Лом и сырую нефть мы успели все-таки выхватить. Все происходящее было довольно забавно, но тебе нужны ответы, и похоже, что тот пленник что-то знал, и ты стал бы классным парнем, если бы помог ему. Хе-хе-хе, хорошо. С другой стороны, у тебя уже есть персональный компьютер Сида, в котором хранятся координаты какого-то неизвестного артефакта. О, быть может, госпожа удача улыбнулась тебе? Займись тем, что предписывает тебе твоя профессия, ты же археолог. Ух, ё-моё. Давайте вот это возьмем. Второе. Все это не имело к тебе никакого отношения, у тебя были координаты. И мы как-нибудь сами справимся. Персональный компьютер Сида содержал точное местоположение артефакта. Тебе удалось активировать Вердану и вбить координаты. Что за... Вы хоть прочитали, куда собрались? Вердана была слегка шокирована и добавила: «Командир, я так рад слышать тебя, солнце». Эта зона отмечена как биозараженная, но я не получаю никаких сигналов жизни или природы. Она сказала: «Во что мы ввязались на этот раз? Мы отправляемся на охоту за сокровищами». Вердана проигнорировала вас и начала высчитывать оптимальный маршрут. Вы, может, захотите последовать через подземный проход? Так будет короче, если вы не хотите идти ногой еще несколько дней, она ехидно заметила. Ну что ж, хорошо. Часть вторая. Источник скорби. Замечательно просто. Ты передвигался по местности и напоролся на странную ловушку. Грубое сооружение. Пока ты ее исследовал, группа пигмеев окружила тебя. Похоже, их ловушка сработала на тебе. Немного иным способом. Йоу, парасете. Да вы, ребята, не припухли ли случайно? Надо срочно мне подхил. Так, давайте-ка дымовуху бросим. Вот, это уже другой разговор. Так, чем бы их... Так, не знаю, стоит, не стоит. Модуль щита. Нет, давайте-ка мы, наверное... Вот. Да что такое? Не это я совсем хотел сделать. Вот. Или
Нет, лучше, наверное, малый бластер будем делать. Так, еще немножко осталось буквально. Нате, получите, гады. Завалили мы этих пигмеев. Довольно легкие какие-то сопляки. И получаем с вами серу. Ух ты. А тут у нас, смотрите-ка. Что там типичный... А, ну это мы читали. Так, углерод, значит, мы зарабатываем. Да что такое, ничего не могу прочитать. Так, а здесь, здесь у нас что? Ага, кровавый телекинетик. Понятно. Медь. И кактус. Это у нас сырая нефть. Ну что же, давайте, наверное, с вами вернемся, ребятушки, на базу. И посмотрим, что мы тут насобирали с вами. Смотрите-ка, лежит он в своей капсулке. Так, добыто в путешествии. Выгружаем это все. Так, ну капсул у нас нету. Создание. А что мы можем с вами сделать? Гранаты. Дымовуху можем сделать. О, ручной испепелитель можем даже сделать. Так, а здесь? Блин, вот ботинки нет. Ну что ж, да, ага, фигушки-то. Нужен чертеж. Чёж. Так, а здесь мы можем что-нибудь с вами улучшить? Ух ты! У него и нанобинт. Так, это не можем. Это тоже. Вот только вот это остается. Так. Персональный модуль, болеутоляющий, гравихваталка. Довольно шикарно. И все получается. Больше у нас не хватает ни ресурсов, ни минералов. Инвентарь. Так, он тоже пустой. Так, ну мы можем перерабатывать в лом, насколько я помню, да? Медь. Так, 50, 90 меди и 100. Вот так вот, по соточке, короче, сделали. Технологии. Так, я думаю, наверное, нам надо... Ну, почему бы нет? Конечно, давайте сделаем, наверное... Так, еще одну, все, две штуки, я думаю, пока... А вот, блин, на бинты не хватает. Хотя нет, все, нормуль. 8 очков она нам будет восстанавливать. Так, а здесь? Да, вот здесь уже, к сожалению, не хватает. Но мы можем универсальный переводчик сделать. Но у нас он есть. А вот отмычки пригодятся. Как-то так, ребятушки, потихонечку мы с вами, как говорится... Подготовились к очередному путешествию. Надо будет только это все забрать с собой и отправляться в путь дальше, узнавать много что интересное про планету Горизонт. Ну а на этом, пожалуй, я буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр, и мы обязательно увидимся с вами в следующей серии. Так что будьте всегда начеку, подписывайтесь и ждите новых серий. Всем пока!